страшно, что мы... Ничего, нормально. Вот на фуникулёре поднимаемся. Нормально. Ужас. Короче. Твоя жена со мной делает. Она у меня принудила на фуникулёре подниматься через курорт. Ужас, конец. Кура, это река, фуникулёр, это вот канатная дорога, боже мой. А? Да. Нет, кабинет. Да ладно. Кто боится? Ну красиво, конечно, но вот смотри, какое. Это же очень красиво. Смотри, ресторан. Но красота нереальная, конечно. Красивый город, но весь такой разваливается. Я. А фото часть этой экскурсии даю на тебя. О боже мой, ты что? Вынеси. Не надо на меня такое ответственность. Снимай. Я же нервничаю. Красиво. Этот старый город. Все. А? Да нет, туда. Да. Ну они разные какие-то. Ханис боится, посмотри, глаза закрыла. Что вы? Не поступили. Ой, слушай, Запорожец розовый. Розовый Запорожец, смотри. Класс. Ну, тоже с грехом пополам, как будто нашли гостиницу. Я вижу. Быстрее, вставайте. Салюка, оставь до меня в покое. Посмотрите, какой красивый дом. Я вижу. Боже мой, сейчас мы прямо в этот дом как рухнем. Конечно. Что? Что мечтаете? Ну, не дешево. 15 лет. Ханис, посмотри. Да, 15 лет. Ой, нам надо в кафе туда зайти. Я же говорила, давайте в один конец. Ну, оно же не сразу едет, наверное, боже мой. Время до 11 часов. А, до 11 часов можно убраться. А, сынок, да? Что? Все, поехали. Мы не доехали? Мы доехали. Ну, я боюсь.